Здравствуйте, друзья! Рада снова приветствовать вас на канале Раз, два, три, Клей. Этим видеоуроком я продолжаю серию мастер-классов, посвященных созданию складок на полимерной глине. В предыдущем видео я рассказывала о том, как сделать на глине крупные складки, текстуру мятой бумаги. Сегодня вы увидите мастер-класс о том, как создать вот такую поверхность с мельчайшими рельефными складками без использования текстурных листов и штампов. Для изготовления пары сережек понадобится полимерная глина, гель для пластика, лезвие, моделирующие инструменты, кисти, небольшие бусины и бисер разного размера, две крупные металлические бусины, швензы, медная проволока диаметром 0,8 мм, медная проволока диаметром 0,2 мм, краска или паста для тонировки медного цвета, матовый лак для глины, сухая пастель синих и зеленых оттенков, а также белого и черного цвета и инструменты для сборки. Разминаю и смешиваю небольшие кусочки глины синего и белого цветов и размягчаю глину. Добавляю немного геля и перемешиваю. Снова добавляю гель, размягчая глину до тех пор, пока она не начнет тянуться. Перекладываю кусочек в емкость. Добавляю к глине примерно 1 чайную ложку геля и тщательно перемешиваю. Готовая смесь не должна быть слишком жидкой. Для работы подойдет глина по консистенции, напоминающая густую сгущенку. Смесь выкладываю прямо на рабочую поверхность и распределяю ее по форме будущих сережек. Слой глины должен быть толщиной не меньше 1 мм. Чем больше слой, тем рельефнее получаются складки. Таким же образом вы можете сделать любую другую необходимую форму. Жидкую глину присыпаю порошком сухой пастели. Поскольку я решила сделать имитацию патинированной меди, мне понадобились мелки сине-зеленых оттенков. И поэтому я использовала жидкую глину синего цвета для основы. То есть цвета пастели и основы из жидкой глины должны быть в одной гамме. Стараюсь не слишком сильно нажимать лезвием на мелок, чтобы порошок получился как можно более мелким. Добавляя различные цвета, добиваюсь эффекта сине-зеленой патины на поверхности. Вместо мелков можно также использовать сухие пигменты или мика-пудры. По краям я использовала темно-синий, более глубокий цвет, а в центре более светлые оттенки с добавлением зеленого и белого. Пальцем слегка прижимаю порошок, чтобы он лучше впитался в поверхность глины. Мягкой кистью аккуратно распределяю пастель, чтобы сгладить резкие переходы цветов, и аккуратно убираю излишки порошка. Не забывайте, что основа жидкая, поэтому работать нужно без нажима и очень мягкой кистью.
Остатки пастели можно пересыпать в баночку и использовать в дальнейшей работе. Той же кистью как бы сдвигаю верхний слой, пропитанный пастелью, и на поверхности образуются мелкие складки. Порошок пастели подсушил верхний слой глины, и на поверхности получилась корочка. Сдвигаю ее в направлении от краев к центру. Таким образом можно добиться очень интересных эффектов, декорируя складками всю поверхность целиком или частично. Работаю с небольшим нажимом, чтобы не повредить тонкую корочку. Вы видите, что верхний слой сильно сжался и стал несколько меньше по размеру. Это обязательно нужно учитывать при выкладывании жидкой основы. Усадка у меня составила порядка 5 мм с каждой стороны. И чем больше деталь, тем сильнее будет усадка. Оставшийся по краю слой жидкой глины снова присыпаю пастелью. Распределяю порошок кистью и убираю излишки. И также сдвигаю кистью глину по краям, моделируя необходимую форму. Остатки глины и пастели убираю с рабочей поверхности лезвием, так что потом не придется шлифовать края деталей. Еще раз напоминаю, что работать нужно очень осторожно и аккуратно, чтобы не деформировать поверхность. В центре деталей делаю отверстие, присыпаю нужное место пастелью и зубочисткой раздвигаю полимерную глину по кругу. При необходимости можно снова добавить пастель, если глина начнет прилипать к зубочистке. После этого запекаю треугольники прямо на рабочей поверхности в течение 15 минут. Запеченные и остывшие детали отделяю от плитки, срезая их лезвием. Излишки порошка можно удалить кистью, влажной салфеткой или промыть детали водой. Теперь можно оформить обратные стороны сережек. Смешиваю медную глину с небольшим количеством черной. Смазываю деталь гелем и распределяю его по поверхности. Руками формирую из кусочка глины тонкий пласт и растягиваю его пальцами по форме детали. Тщательно приклеиваю глину по краям. В центре продавливаю отверстие. Стек Dots оборачиваю влажной салфеткой и наношу текстуру. Тонирую глину пастелью черного цвета. После этого запекаю детали повторно в течение получаса. Готовые запеченные треугольники тонирую со всех сторон. Для тонировки подойдет любая краска или паста металлик медного цвета. Наношу на детали тонкий слой краски и оставляю до полного высыхания.
Покрываю детали матовым лаком в один слой. Лак защитит слой пастели на лицевой стороне, а также тонировку с обратной стороны сережек. Даю лаку подсохнуть, после чего можно приступать к сборке. Отрезок толстой медной проволоки прикрепляю к детали из глины проволокой диаметром 0,2 мм. Закрепляю тонкую проволоку, перекрутив ее на обратной стороне. Срезаю короткий конец. Делаю несколько витков, пропуская проволоку через отверстие в центре детали. Стараюсь, чтобы проволока ложилась плотно. Один из витков декорирую бисером разного размера и мелкими медными бусинами. Нанизываю их на проволоку в достаточном количестве. И затем снова несколько раз обматываю деталь, чтобы закрепить ряд бисера. Оставшийся конец проволоки вывожу на обратную сторону и закрепляю, обвивая его вокруг полученной намотки. Кончик срезаю. Толстую проволоку загибаю в кольцо, оставляя один конец длиной около 4 сантиметров. Придерживая кольцо плоскогубцами, оборачиваю короткий конец проволоки вокруг длинного, выполняя петлю висельника. Делаю 3 плотных витка. Срезаю кончик оставшейся проволоки. Нанизываю крупную медную бусину и небольшую белую бусинку из кахолонга. Из оставшегося конца формирую еще одну петлю висельника. Загибаю проволоку в кольцо, отступив от бусины 3 мм. И так же, как внизу, делаю 3 витка. Прикрепляю швензы, отгибаю петлю в бок, подвешиваю серьгу и закрываю петлю. Получились яркие красивые серьги. Складчатая поверхность на глине выглядит очень похожей на ретикуляцию по металлу, а подобранные цвета пастели создают эффект патины. Такие мельчайшие складки можно делать любого цвета. Подбирайте глину для основы в тон пастели, а для светлых оттенков необходима светлая основа. Применяя показанную технику, можно создавать мелкие складки как на плоской, так и на выпуклой поверхности. Задавайте вопросы в комментариях, читайте описание под видео. А в следующем мастер-классе вы увидите очень простой способ создания рельефных складок среднего размера, а также процесс изготовления вот такого необычного браслета. Я желаю вам творческих успехов, друзья! До скорой встречи!